Всем привет! Вы на канале «Все своими руками». И тема сегодняшнего видео – обрешетка пола. Проект, который я сейчас разрабатываю, долгосрочный и в дальнейшем будет реализован на моем участке, о чем, конечно же, будет отдельное видео по мере строительства. Так что подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Так как в проекте дома, в комнатах, в гараже, в кухне большие пролеты, все примерно около 5 метров, при подсчете балки перекрытия на прогиб было принято решение увеличить высоту балки до 300 мм, что минимизирует прогиб и выдержит нагрузку, превышающую норму в 1,5 раза. А начинаем проект обрешетки пола с выставления стен этой самой обрешетки по всему периметру, после чего будем проектировать балки перекрытия. В зоне гаража шаг балок будет примерно 300 мм, в остальных зонах 600 мм. Проставки между балок будут шагом 1200 мм, но в местах, где будут стоять стены, 600 мм. Проставки между балкой и стеной, как вы видите, ставлю перпендикулярно, так как и между балками. Видел проекты, где подпорки стены комнаты в обрешетке делают как вот на этой схеме, и у меня сразу возник вопрос, а как они будут утеплять сразу перед установкой стены? Ведь когда стену поставишь, то та полость полностью будет закрыта и образуется мостик холода, да еще какой большой. Поэтому считаю, что этот проект обрешетки категорически неправильный. Если у вас есть мнение по этому поводу, пожалуйста, напишите в комментариях. С удовольствием пообщаюсь на эту тему.
Вот такой проект об решетке пола получился. В принципе, ничего сложного. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч!